совместном проекте «Грани мастерства» телеканала «Губерния», заводы «Самарский стройфарфор» и Министерство образования и науки Самарской области студенты трех колледжей области продолжают борьбу за честь своего учебного заведения, престиж профессии и главный приз от завода «Самарский стройфарфор» – 75 тысяч рублей в честь 75-летнего юбилея предприятия. Напомним, что три команды умельцев в составе студентов Тольяттинского колледжа технического и художественного образования, Тольяттинского социально-экономического колледжа и Поволжского строительно-экономического колледжа имени Мачнева взялись своими руками за одинаковое время отремонтировать студенческие санузлы, все материалы, керамогранитную плитку и сантехнику. Колледжам предоставил завод «Самарский стройфарфор». Дизайн санузла – простая и сложная задача одновременно. К этому этапу будущие дизайнеры подошли со всей ответственностью. Им была предоставлена полная свобода действий. Любая сантехника и керамогранит из коллекции завода «Самарский стройфарфор» на выбор. Студентам Поволжского строительно-экономического колледжа имени Мачнева досталось помещение большое и аж с тремя отдельными комнатами. В колледже 90% учащихся – молодые люди, поэтому здесь выбрали сдержанный минималистичный дизайн. В Тольяттинском социально-экономическом колледже пошли также по стандартному пути. Больше внимания в проекте уделили практичности. Оно достаточно маленькое, света попадает туда очень мало, в одно помещение вообще практически не попадает. И попыталась его сделать более светлым, более просторным, таким воздушным. В результате там два вида плитки с разной фактурой, с разным рисунком. Она вся светлая, но не настолько, чтобы ее там потом было с ней сложно работать в плане уборки. А вот студентки-дизайнеры Тольяттинского колледжа технического и художественного образования в студенческом санузле совместили практичность с оригинальностью, сочетая молодежность и современные модные тенденции, как, например, виниловые наклейки с лозунгом чистоты. По-своему они подошли и к цветовым решениям. Плитку мы использовали светлых оттенков, дабы показать чистоту, но поскольку если выбирать только пастельные тона, это будет однообразно и скучновато, мы внесли оранжевые цвета и таким образом обыграли. Делали геометрический орнамент, который показывает как некую динамику удлинения пространства помещения и выбранные хроматические цвета с добавлением желтого цвета. Он является яркий, какой-то бодрящий, свежий тоже цвет. Эксперты завода «Самарский стройфарфор» оценили проекты на пятерку. Оригинальность проекта стояла отдельным пунктом. Работа дизайнера с плиткой прежде всего заключается в точности расчетов. Первично – соблюдение всех технических параметров. Дизайн-проекты были предоставлены грамотно, они предоставили все обмерочные планы, соблюли все требования при укладке, то есть все швы были учтены и выполнены на высоком уровне данные проекты. Этап, которым нельзя пренебрегать, и особенно при работе с плиткой – подготовка рабочих поверхностей. Первыми за дело берутся будущие специалисты-отделочники. Ребята уже проходили испытания практикой и участием в чемпионате молодых профессионалов «Folk Skills». В Тольяттинском колледже технического и художественного образования после демонтажа остались кирпичные стены с большим количеством неровностей. Нужно сначала прогрунтовать стену, потом отштукатурить, и смотря для каких целей. Если мы будем ложить плитку, так как здесь, то сильно выравнивать стены не нужно. А вот под покраску мы будем выравнивать стены до самых минимальных миллиметров. В зависимости от структуры поверхности, на которой мы работаем, нужно учитывать и то, что раствор штукатурки может быть и более густой, и более жидкий, и вовремя продумывать эти нюансы. Поэтому главное орудие отделочника – правило и уровень. Значение имеют также качественные характеристики штукатурки. Остальное зависит только от самого мастера. Во-первых, владеть инструментом, правильно его держать, умение наводить правильно по консистенции раствор и умение правильно наносить этот раствор, соответственно, контролировать ровность поверхности определенными инструментами. В Тольяттинском социально-экономическом колледже для выравнивания и разметки стен в ход пошло специальное оборудование. Работа с ним требует дополнительных навыков и строгого соблюдения техники безопасности. Мы будем использовать разные виды контрольно-измерительных инструментов. Это уровни ручные и лазерные. То есть сделаем отметку на стенах для того, чтобы вывести первый ряд облицовки. Выставили маяки, отметку поставили,
чтобы линия шла ровно. Шла. И все. И прогрунтовали стену. В Поволжском строительно-экономическом колледже имени Мачнева уже тоже полным ходом идет подготовка. Начали здесь именно с выравнивания полов. Угол погрешности существенный. Прежде чем заливать пол, необходимо выставить специальные маяки, тщательно выверяя каждый миллиметр. Пол должен быть идеально ровным, иначе весь ремонт пойдет на смарку. Ну, полы мы выравниваем с учетом того, чтобы сделать ровную стенку, ну, и, соответственно, ровно выложить плитку. Сложности были это выведение уровень, чтобы был везде одинаковый. Поднимем уровень, зальем полы, дальше также будем на стенках выводить уровень, ну и потом уже раствором все заделаем и будем класть плитку. Чем точнее у нас выйдет поверхность перед укладкой плитки, тем лучше будет конечный результат. От студентов требуются хорошие навыки работы с инструментами и чтобы рука у них, так сказать, была набитая, подготовленная. Грунтовка стен не менее важный этап. Необходимо провести также и так называемое обеспыливание. Обе меры обеспечат максимальное сцепление материалов с поверхностью и в разы продлят срок жизни ремонта. Когда все слои грунтовки и штукатурки просохли, наступает этап, когда голые кирпичные стены и серые бетонные полы оденутся в новенькую современную плитку. И не простую, а керамогранитную. Керамогранит – один из самых современных отделочных материалов. Потребители все чаще отдают ему свое предпочтение при выборе напольного покрытия. Он может удовлетворить запросы самых взыскательных клиентов. Его можно использовать для внутренней отделки квартир. Он не подвержен воздействию влаги, не деформируется, прост в эксплуатации. Все сложные пятна легко удаляются обычной влажной уборкой. Он экологичен и не содержит вредных химических веществ. Его используют дизайнеры для внутренней отделки ресторанов, кафе, создавая стильные, но в то же время уютные и гармоничные интерьерные решения. Строители используют керамогранит в качестве напольного покрытия для объектов с большой проходимостью, таких как вокзалы, аэропорты, торговые центры, а также для облицовки вентилируемых фасадов. На заводе «Самарский стройфарфор» керамогранит выпускается под двумя торговыми марками «Гроссара» и «Керанова». Освоены практически все существующие мировые технологии, позволяющие выпускать керамогранит с четкой имитацией натуральных пород, камней, срезов деревьев. Образцы можно увидеть в новом шоу-руме «Дизайн Самарлаб». В наших колледжах использовались два вида керамогранита в технологии двойной засыпки. Коллекция Crystal. И вторая коллекция – это коллекция Premium Marble. Технология двойной засыпки интересна тем, что это идет полностью прокрас в массе рисунка и наносим его различными порошками практически в половину толщины плитки. Керамогранитная плитка имеет не только высокую износостойкость, но и непривычные параметры – 600 на 600 мм и требует более ответственной укладки. Но вернет все усилия старицы и через десятилетия останется как новая. Благодаря наносоставам легко при эксплуатации отмывается. И ввиду того, что керамогранит ретифицирован, то есть у него идеально ровные края, и при укладке можно уложить шов даже в 2 мм. Кто думает, что класть плитку – это просто, тот сам этого никогда не делал. Здесь важны и технология, и мастерство. Теперь за дело берутся специалисты-плиточники. В Тольяттинском колледже технического и художественного образования уже приступили к укладке, но прежде необходимо было выполнить ряд обязательных предварительных работ. Мы по цвету, по размеру проверяем. Опять же, мы должны понимать, какая плитка у нас укладывается на вертикальной поверхности, какая на горизонтальной. Если полы идеально ровные, то можно начинать с любого угла и желательно вести по рядам. По стенам нужно учесть сразу же всяческие канализационные, водяные узлы, также электрические узлы. Там надо будет выложить мозаику, которую надо будет тоже распилить. Плитку пополам, ну не пополам, а по диагонали, выложить ее идеально ровно, чтобы не было неровностей, швы, чтобы были ровные. Мастера заранее предусматривают расположение будущей сантехники и других коммуникаций, поэтому так важно уметь правильно читать чертежи и грамотно выполнять резку плитки. В Тольяттинском социально-экономическом колледже мастера столкнулись с неровностью стен. Принято решение сделать сапожок по нижней кромке стены, поэтому первый ряд выкладывается по предварительно выставленным маякам. Плитку несколько раз специально отрывают от стены, проверяют на наличие пустот. Профиля поставили и начали выкладывать с угла.
Так как если размещать, допустим, со стены, с ровной, то угол может не получиться 90 градусов. Надо разметку там до миллиметрика все высчитать хорошо, чтобы шов ровный получился. И уже вырезаешь. Надо накладывать цемент и на плитку, и на стену, чтобы лучше держалось с стыком. И проверять молотком пустоту и полноту цемента. Должен быть обязательно угол. Они обязательно угольником должны научиться выводить эти ряды. Обязательно должна быть вертикальность, горизонтальность смотреть. И вот естественно, что вот эта заполняемость. Студенты Павловского строительно-экономического колледжа имени Мачьева начали укладку плитки с пола. Им придется попотеть. На большой площади плитка на стены будет выкладываться на 1,80 м от пола. А вместе с полами это около 100 квадратных метров плитки. Нужно нанести раствор на пол сначала, потом на плитку, и потом класть, проверить уровень, ровно или нет. Я должен уметь сначала подготовить пол, то есть правильно залить его под уровень, вот, ну, как месить раствор там, и работать с плиткой, тоже там все под уровень выводить, чтобы был пол ровный и не шел волнами. Нужно между плитками выставлять крестики, чтобы был небольшой как бы промежуток. Накладывается также клей под гребенку, равномерно накладывается на плитку и на пол. И подбивается молоточком, кияночкой резиновой по уровню, уже доводится до уровня, чтобы уровень был в ноль. Один из показателей хорошего мастера – умение работать аккуратно, грамотно и рационально использовать материалы. Прежде чем перейти к новому этапу установки сантехники, студентам еще предстоит выложить всю плитку – настенную и напольную. А насколько успешно у них это получится, увидим в следующем выпуске проекта «Грани мастерства» на телеканале «Губерния».